Итак, сегодня 15 февраля, у нас в Сосновом Бору сейчас 13 часов 42 минуты, и день начинается с хороших новостей. Подразделения Восточного и Южного военных округов. Возвращаются в свои гарнизоны. Русскую пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Получил напомнить повод. Я по планете всей. И повод снова заявить, что до сих пор понять ее не могут. Только разные в мире пустозвоны. Замечательно начался день.